Сегодня будем готовить окорочка в духовке. С вами Салта, канал Тескес. Окорочка поделите на кусочки. Уберите ненужные части, шкурки. И положите в чашу. Филе тоже порежьте на кусочки. Мясо надо будет замариновать. Добавьте чеснок, соль, черный перец, красный перец, майонез. Это все надо хорошенько перемешать и отложить. Пусть маринуется. Лук и картошку порежьте. Положите все в чашу. Добавьте немного чеснока, соль, перец, майонез. И еще добавьте соевый соус, он придаст пикантности блюду. Для красоты добавьте красный болгарский перец. Немного добавьте растительного масла на противень. Выкладывайте первый слой картошку. Потом равномерно выложите окорочка. Окорочка в духовке по этому рецепту получаются всегда. Советую вам попробовать, вы просто влюбитесь в это блюдо. Отправляйте в духовку на 1 час на 180 градусов. Через час уберите фольгу и отправьте еще на 20 минут, чтобы блюдо подзолотилось. Обязательно посмотрите мои другие рецепты. Всем пока-пока!